мои дети! Где? Земля родная, защити. Кого это ж там нечистая сила сюда несет? Вьются галстуки, как пламя, на ветру, на ветру. Пионер, и так весь лес на Германии ободрали. Обе молюсь утром рано, чтобы не было беды. Поручите мне охрану окружающей среды. Одна! Она! Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа-цыпа. Агата, куда? Я сейчас! Идем на прополку, на сражение с упрямым сорняком. Можно? Ох, миленькая, заходи, миленькая, сладенькая ты моя, медовая. Смотри, здесь тебе все знакомо, будь как дома. Так да не так, а где метла, а где черпак? Ух, при теперешней технике совсем другой транспорт нужен. Сколько ж тебе годочков? 10. 10, садись, милые. 10, а мне без 10 000. Пора на пенсию. Ищу замену. Вот я тебя и всему обучу. Всему научу. А пока покажу тебе свои картинки. А, везде я. И в различных видах. Евдокия, ты откуда? Из сказки ведомо. Оттуда. Фильмы «Золотые рога». Разве так гостей встречают? Ну что вы, бога ради. Все мы будем при параде. Вот, совсем другое дело. Что ж ты тень на плетень наводишь? И мою дочку от главного уводишь. Какого такого главного? Вот о ком у нас речь пойдет. Всему свой черед. В недалеком царстве, в нашем государстве, среди лесов дремучих, среди рек бегучих, стоял, да и ныне стоит, славный град под названием Загорск. В этом древнем городе, полном старины глубокой, прошло детство будущего киносказочника Александра Роу. С ранних лет познал он труд и лишения, и только в сказках матери находил утешение. А юношей уже в Москве, закончив киношколу и драматический техникум, он стал работать ассистентом на киностудии «Межрапомфильм» с такими выдающимися мастерами, как Яков Протазанов и Владимир Легошин. Тогда я был юным, стройным, даже худеньким, с большой шевелюрой, естественно. Работал я сначала помощником режиссера, потом ассистентом режиссера, теперь уже много лет работаю режиссером и ставлю для вас сказки.
В своей книжке Александр Турч писал: «Когда я пришел в кино, я точно знал, что буду снимать». И свою мечту он осуществил в первом фильме сказки «По щучьему велению». Ой, это сказка, где рыба-щука говорит человеческим голосом. При чем тут щука? Главный в фильме я, царь Горох. А может быть, Емеля? Это еще мы посмотрим. Ага, щука! Ага, попалась, голубушка! Отпусти меня, Емелюшка! Отпусти! Нет, не отпущу. Емелюшка, по мне мои детки малые плакать будут. Ну, коли детки малые... Ах, плыви себе на здоровье. Эх, зря я щуку-то отпустил. Не горюй, Емелюшка, ты меня на волю отпустил, а я тебя за это на всю жизнь счастливым сделаю. Проси, чего хочешь. Чего хочу? Хочу, чтоб ведра сами в избу пошли. Повторяй за мной, по щучьему велению. По щучьему велению? По моему прошению. По моему прошению? А ну-ка, ведра. А ну-ка, ведра. Ступайте в избу сами. Ступайте в избу сами. Видали? А. Предоставить мне мужика Емелю. Рад стараться, царь-батюшка. Ай, два. Становись, ребята! За мной! Речки вдоль до показанки сизый серый день плывет. Лентяй ваш, Емеля, все пешком моему печку подавали. Путаешь ты, бабуся Ягуся, ведь это же киносказка. В том-то и заслуга Александра Артуровича, что он впервые начал снимать свои сказочные чудеса среди живой природы. И даже зверюшки заговорили человечьим голосом. Вот где чудо из Василис Прекрасной. Вот из ней Горыныч сам летит.